Дорогие друзья, все мы любим анекдоты. Анекдоты – это народное творчество. Как говорится, у народа берем, ему же с благодарностью возвращаем. И вот сегодня первым свой анекдот рассказывает крупный специалист по комсомолкам, спортсменкам, студенткам. А, слушай, обидно, да? Товарищи, какой анекдот, честно слово? Вчера ко мне подошел товарищ Чурик. Говорит, с одной девушкой познакомился, слушай, комсомолка, спортсменка, да? У нее глаза черные, как черника. Губы красные, как клубника. Щечки розовые, как яблоко, фигура, как груша. Это любовь или нет? Я говорю, нет, товарищ Чурик, тебе фрукты надо кушать. Это авитаминоз. Клянусь, честно слово, пошли на рынок. И вдруг на рынке меня чуть не обокрали. Я поймал вора за руку. Я говорю, тебе не стыдно? Взрослый мужчина, а свою руку засунул ко мне в карман. Он говорит, тебе должно быть стыдно, взрослый мужчина, а в кармане ни копейки деньги нет. Обидно, товарищи, если вы согласны, давайте поаплодируем и пригласим сюда наших звезд эстрады. Один дядя долго думал, правда или врет. Поговорка, кто встал раньше, Бог тому дает. Ночью он во все оделся очень хорошо. И буквально в 5 утра по улице пошел. И на бульваре, где старая елочка, троих он встретил, все сняли с него. Осталось только на теле наколочка. Как видно, встал кто-то раньше его. Изя Рабинович, таких хватит прохлаждаться. Надо сделать в доме много дел. Зиля, успокойся, дай мне отдышаться. Ты не видишь, сколько я присел. Ха! Он присел, и это очень интересно. Что ж ты делал до того, нахал? А? И ответил города Изя Рабинович. До того я, Сылечка, лежал. Мужика, жена шипучая, то сделай так, то так, совсем замучила. При этом лишь одно решение просится. Короче, муж решил в окошко броситься. Течет ручей, бежит ручей, и все звончей и горячей. На подоконник встал мужик, и тут жена и сразу в крик. Чего полез? Не веселиться, не грустить от разных бед. В нашем доме поселился замечательный сосед. Только этому соседу 90 с лишним лет. До сих пор побегать любит, за девчонками наш дед. Пап-пап, пабара-пап-пап-пап. Пабара-пап-пап-пап. Пабара-пап-пап. Ни почем соседу годы, ни дедуля атлет. И на женщин сил хватает, Казанова, а не дед. Как-то раз догнал девчонку, но немного оплошал. Все никак не может вспомнить, для чего за ней бежал. Эту песню я хочу посвятить одной очаровательной женщине. Ларисе Ивановне, которую хочу. Раз один грузин или армянин
был голодный, видно. В ресторан зашел и мешок на стол положил солидно. Официант явно был не рад, рявкнул громче волка: убери, дружок, со стола мешок, здесь не барахолка. Щита крыта, был земляк так удивлен. Щита крыта, и ответил прямо он. Щита крыта, это вовсе не мешок. Щита крыта, это просто кошелек. Очень осторожно и напевал все невозможное, возможно. При этом чукча явно очень торопился и головой во все вагоны сильно бился. Его спросили головой: зачем вы бьетесь? И умный чукча им ответил: зря смеетесь. Читать билеты, что и как, сегодня сложно, и мягкий свой вагон найти лишь так и можно. Так и надо, все говорят, так и надо, сам виноват. А за окошком с утра такая нынче пара, дождь прямо как из ведра. А жена мне: иди в магазин. Я в ответ ей: там дождь идет син. Пытаюсь дать ей отпор, в такой-то ливень позор собаку выгнать во двор. Во двор, во двор, подожди, дожди, дожди. Аргументы мои позади, и теперь у меня впереди. Дожди, 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 подожди, дожди, дожди. Тебя ждет магазин впереди, только жалко собачку, иди. Один, один. Встречались две мадам весной, и одна из них спросила у другой: что с тобою, ты худеешь просто день за днем? И подруга зарыдала, а потом прошептала, с глаз стирая тушь: изменяет часто муж. А подруга ей, смеясь, сказала: это не напасть, изменяет, если муж тебя подлец. Разойдись, и станет легче наконец. Карамболина, карамболетта, мерси, родная, за себя. Карамболина, карамболетта, но есть один, всего один секрет. С улыбкой нежной, чуть-чуть небрежной, я прозвелась ко всем чертям. Карамболина, карамболетта, но надо сбросить еще 40 килограмм. Мохнатый шемель обожает хмель, только сумерки в камыши. Там цыганская дочь, там ларек всю ночь, там всегда дружки-алкаши. Так вперед за цыганской звездой кочевой, на закат, где дрожат паруса,
Шмель приполз домой, в общем, никакой. Что приполз он, уже чудеса. Только шмель, лечь собрался в постель, как со скалкой жена, вечный страж. Задала вопрос, будешь пить ты еще, а то стукнул лохматый алкаш. И она повторяла, разя наповал, будешь пить, разгильдяй. И лохматый шмель сдался и сказал, убедила, давай, наливай. Две гитары за стеной пели аж до ночи. Доктор, что это со мной? Сердце ноет. Не волнуйтесь ничего, я от вас не скрою. Пьете вы от того, в сердце перебои. Доктор, ваш диагноз крот, только я считаю, вы ошиблись явно тут, я заявляю. Перебои в отпитья, никаких со мною. Быть не может так, как я, пью без перебоя. Я как в Сочи прилечу, так на пляж. А народ там ломовой, типа наш. В ресторане посижу хорошо, и в загул, как говорится, пошел. Вот и вчера я только-только проснулся, и прямо в джинсах море я окунулся. Купил газетку и обратно вернулся, и прочитал, хлебнув пивка, что босиком ходить полезно и очень. И я согласен со статьей, между прочим. Я как проснусь в ботинках в городе Сочи, так целый день трещит башка. Ну давай, давай, продолжай. Продолжай, мил человек. Есть у нас подозрение, что ты пародист-стукачок. Подразнить решил. Дурилка картонная. Иди, иди. Ты не бойся, мы тебя. Не больно зарежем. Щик. И ты уже на небесах. Ну, я много говорить не буду, я так же, как и они, анекдот свой спою. Давай, Сашок, на пасашока. Дама заявила косметологу, врачу: уши, как у Пугачевой, я иметь хочу. Глазки, чтобы черные, как у цыган. Нос, как у Роксаны Бабаян. Взяв с этой дамы 1 000 000 рублей, все, что просила, врач делал ей. И стала дама теперь айджан, лицом, ну прямо, аванесян. Было время, когда матерились легко во дворе и на рынке, нам это знакомо. Слово бранное шло, улыка под пивко. Поругаться могли в кабинетах райкома, но вот мат запретили везде, даже дома. Чище делают нас, этот факт налицо. Позабыть все хотят, я тоже пытаюсь. Надоел этот мат, только я сомневаюсь. Молотком, если вдруг
дашь по пальцу однажды. Замени те слова, точно сможет не каждый. Средь ночи был муж распущен, в чем дело, спросил меня он. И я рассказала мужу про свой эротический сон. Что был во сне том смелом, в нем словно летала я. Он спросит, что он там делал, отвечу ему, не тая. Ты в этот сон чудесный, такой расчудесный сон. Тебе скажу я честно, пришел и испортил все. Как нам сегодня не хватает нашего главного рассказчика анекдотов, великого Юрия Владимировича Никулина. Сейчас анекдот расскажу. Жена говорит мужу: давай в цирк сходим. Говорят, там Волочкова голая на слоне ездит. Муж говорит: надо сходить. Давно живого слона не видел. Если бы я был султан, я бы вместо денег вел бы анекдоты. Вот жизнь веселая была бы. Музыку давай, композитор. Поехали. Рассказал анекдот свежий и смешной. В магазине бери ты продукт любой. Продавца рассмешить, если не сумел, получай, что вчера кто-то уже ел. Неплохо, очень смех вместо рублей, и людям будет чуть-чуть веселей. И сразу станет среди всех армян миллионером Карен Аванесян. Шутка. Барбамбия, Киргуду.